Кому интересно, сейчас буду собирать второй снегокат. Тут повыше будет. Вот. И сделаю такие амортизаторы, купил. Вот. Сделаю колесо мотор здесь прям снизу, чтобы стояло. Чтобы можно было погрузить сразу в машину удобно. Вот. Такой проектик будет. И сюда не ручку газа поставлю, а просто будет кнопочка такая. Вот. Потому что с ручкой газа иногда бывают проблемы, когда ребенок испугается или еще что-то. Он держит ручку газа. Вот. И колесо постоянно его везет, буксует. Когда кричишь ему, чтобы он опустил ручку газа, только тогда он отпускает. Вот. А с курком здесь проблем таких не будет. Он схватится за руль, все будет нормально. Вот. Этот российского производства снегокат. Вот. Такой надежный, очень легкий, кстати. Вот. Посмотрим, что получится.